конечно, нужно, это имиджевый проект, наука, экономика, жизнь развивается, идет вперед, и 100 лет назад только-только начинали там летать, взлетать самолеты, сейчас мы бороздим уже космическое пространство, выход на новый уровень – это полет на Марс, и Россия должна заявить о себе как очень сильной космической державе и на равных США развивать эту тему. Ну уж не уступать точно и не сливаться с нею.